заставляю работать. Ну, творчество это что такое? Потому что вам вдохновение, вам надо наполниться, скажем, выйти за длинник, а потом уже делиться с окружающими. Наверное, в какой-то момент может быть, лень иногда присутствует, да? Хотя можешь, но не хочешь, допустим, работать, а приходится иногда заставлять себя. Так, одна из ранних работ называется «Сентиментальный полет». Ну вот, мы даже хотели его попросить рассказать об этой работе поподробнее, но насколько давно она была выполнена, 87 год. Жизненный опыт, который человек приобрел за свою жизнь. И, наверное, сразу мы видим, что человек живет в своих традициях, по всей той части фигуры, которая попала на работу. Это пусть останется в памяти. А вот совсем в другом варианте изображение посвящения одному из известных людей Армении, Минасова Аветисяна, работа Игоря Петровича Мисяшина, сделана в 84-м году техники холст и масло. В прошлом году получается, что Игорь Петрович Мисяшин был в 80-м году. Поднимался, естественно, в Гималаях не был, но решил написать вот эту гору, которая переводится как «Рыбий хвост». Одна из старых работ из наших фондов, когда уходит день, это в нашем фонде, это 88 год, когда началась перестройка, и вот после реализма стали доступны все стили художника. И вот они пробовали себя, еще приходили к другим методам, к манерам, потому что каждый хотел. Ну, здесь что мы видим, когда уходит день? Мы видим двух стариков, которые прожили целую жизнь, что за их плечами было все, и война, да, и голод тоже, и счастливые моменты. А сейчас уже наступает вечер.